28 марта 2017 года граждане Грузии получили право на безвизовые поездки в страны Евросоюза Шенгенской зоны, одновременно с механизмом приостановки безвизового режима в случае его нарушения. Из-за этого число просителей убежища из Грузии в Евросоюзе увеличилось. Большинство запрошенных жителей Ненцминского муниципалитета проинформированы о безвизовом режиме, но все равно предпочитают ездить в Россию на заработки, чем поехать в Европу. А если будут деньги, то не против поехать в Европу на прогулку и увидеть европейские страны. Ertaş Evropa patis kharjes tesni sergira e basi gorutna halchega ureto gorchegar ashkhanin parapsara pisagore kanyengas asani tela ay ne hukim kashkhani gorut in parap yesim chayelnere togestan menk estan kinchen enk Evropa Evropa togestan sorvin lav baner yesim patatein lav ashkhak tesnin Kendi hedefleri de daha yeterli garnet desteği de Avrupa'nın işi kadar. Tarpe çok kadem bir yer girmek Avrupa'yı mı için çiçe. Meja orta sınavı arsastan kesta teçe de Avrupa ul kesta us. Kestan da hopan aşağıdan ki hepsi ul kesta. Как говорит руководитель неправительственной организации «Здравое общество Джавахети» Агаси Залалян, жители нашего муниципалитета мало информированы о Евросоюзе. Ну, скажу, что информации очень мало. В основном информация идет через центральные НПО, НГО, которые находятся в столице. Мы являемся партнерами. Вот недавно, в декабре месяце, мы вместе с мультиэтническим ресурс-центром проводили встречи в селах. К сожалению, пока только в Ахалкалаке были. И передавали подробную информацию, как можно выехать в Европу. Что из себя представляет DFTI, это ассоциированный договор, который мы подписали, Грузия подписала. Вы знаете, из-за того, что нет информации, из-за того, что это связано более с финансовыми ресурсами, поэтому население выезжает чаще вот в ближнее зарубежье, на заработки выезжает и в Армению, в Россию. А чтобы в Европу поехать, эти финансовые вопросы, и к тому же они не осведомлены, еще не знают, как это нужно сделать. Вот, очень многие спрашивали во время встреч, как можно выехать на учебу, что нужно сделать для этого. Есть возможность у наших студентов и по обменным программам туда выехать, и самим найти место, где можно. Я думаю, наш регион скоро мы тоже продвинемся. Вот. В условиях безвизового режима с Евросоюзом граждане Грузии смогут ездить в страны Евросоюза и Шенгена только с краткосрочным визитом. Режим безвизового передвижения не коснется долгосрочных визитов, например, с целью получения высшего образования или трудоустройства. Граждане Грузии имеют право находиться на территории Евросоюза в течение 90 дней.